Здравствуйте. Мы на Ясном проезде. Остановка Ясный проезд 11. Так все застроено. Раньше тут были поля. Там был скотный двор где-то, вот где дома вот, которые я сейчас снимаю. А в этом, из этого пруда пили коровы. В общем, скот пил воду. После застройки пруд сначала испоганили. Ну, теперь все реконструировали, сделали. Сейчас поближе подойдем, светофор включится. Вот так это выглядело в 60-е годы. Вон там поворот Полярный виден. Там где-то проезд Шакальского. Сейчас мы туда подойдем на Полярную. Вот так это выглядит. Он даже рыбку ловит. Значит, рыбу запустили. Утки есть, он домик в середине. Я не знаю, он зимой замерзает. Не проточно, если. То должен же промерзать. Вот так выглядит. Тут раньше пятиэтажки стояли, ну. А на этой стороне ничего не было, где пруд. Вот там, где детская площадка, там забор или детский сад, там. Там где-то был скотный двор когда-то, в 60-е годы еще. Ну, и мы сюда переехали. Уже не застали, по-моему. Может, а может, я не помню, просто я 61-го года родился. Кто-то, может быть, старый домик. Нет, да, тут все, новое. Старый только вот в магазин. Вот мы уже на улице Молодцова. Да, Полярная вот где мы. Кстати, перекрестка с Брежнева. Синтетр Полярный какой-то стрелок. Это улица Молодцова. Там новые дома по Полярной улице. И туда к МКАДу. С 20-м до Чемоданного парка. Тут раньше был мебельный магазин. Там мебель. Перекрест. Какой вид сегодня, 14 этажа, на улице Молодцова. В основном все новые постройки, пятиэтажек нету. Вон девятиэтажки старые остались, 12-этажная там башня. Раньше вот высоковольтная линия была, вот теперь ее нету. Ну, это может быть и хорошо. Вот это такой вот парк вырос для прогулок. Там улица Полярная. Чего же вы говорите, что 64-я? А так это выглядело в 60-е годы. Вот высоковольтная линия. Вот там последний 12-этажный мой дом. Вот Полярная улица. Это здание МТС. А нет, да, мебель, как он написан. Ну, мебель, значит, что тут еще мебель есть. Там хлебозавод виден. Всем спасибо, до свидания.